кстати, такой. Вот как раз тот человек, который... Привет, Володя. Прости. Запомни, это очень особенный человек. Кирилл. Запомни. Володя очень особенный. Он... ему алкоголь предлагать бессмысленно, он его весь уже свою, в своей жизни выпил, понимаешь? Но он не может, он вот ему надо. Володя, будет полезная информация сегодня? Ну, я постараюсь, да. Ну, поэтому в свете того, что ты сказал, мне, значит, кровавая Мэри без водки. Томатный сок, что ли, тебе? Нет, слушай, какой кровавый человек хочет коктейль, значит, налей томатного сока и сельдерей туда затолкай, и вот и будет нормально. Володя. Подожди, Женя, у меня к тебе вопрос, ты знаешь? Ты к кому теплее относишься, к Трампу или к Клинтону? Вот это вот, если бы ты участвовал в этих всех вот выборах, ты бы за кого голосовал? Слушай, знаешь, они оба красят волосы, и как-то мне это не очень нравится. Да, а ты не видел по телеку, как Трамп корреспонденту предложил подергать себя за волосы, чтобы все убедились, что они не искусственные? И подергал? Подергал, не искусственно. Нет, это цирк какой-то, общий цирк. А я видела. Я видела, да? Как на Клинтон муха села. А Клинтон, да, Клинтон муха. И весь мир обсуждает, как на Клинтон села муха. Муха, да. На что видела. Обычно мухи садятся? На варенье? Ну да, на варенье. На варенье. Муха села на варенье. Вот и все стихо. Ну, Клинтон стал обвинять его, что он каким-то неподобающим образом ведет себя с женщинами. Чья бы корова мычала, имея такого мужа, как Билла Клинтона, с его Моникой, понимаешь? Она говорит, видите, из неподобающих. Когда это было-то уже? Ты еще ты вспомнил бы Кеннеди? Ну да, смотри, но все равно дебаты-то идут сейчас, она его в чем обвиняет? Ну, впрочем, ладно. Нет, мне ее жалко. Она, очевидно, пожилая, здоровье слабенькое. И жизнь у нее была, очевидно, трудная. Да, еще кроме того, и Трамп агент Кремля. Да. Лучший друг Путина и агент Кремля, ты понял? Да. Это как Борман, агент Штирлица. Слушай, вот... Сейчас тоже будешь меня упрекать, что тысячу лет назад. Я не буду тебя... Я здесь, вот в этом месте, я никого никогда не упрекаю, я тебе рад. Песенку просто... хочется спеть, понимаешь, из обыкновенного чуда, которое тоже было не вчера. Да. Ну, что, как приятно и забавно, что я очень нравлюсь вам, ну а вы мне и подавно. Вот и славно, трам-пам-пам. Да, сейчас. Нет, а у нас тоже ничуть... Нет, подожди. У нас тоже ничуть не лучше. Вот эти дебаты, когда все друг на друга орут, да? Ну, мало того, у нас все... У нас так не будет, у нас бар, Володь, у нас бар. Ну, подожди, ты хотел политической информации. Ты знаешь, например, что спикером Нижней Палаты выбран человек по фамилии Володин? А что? А чей же еще? Володин. Мало того, про него кто-то из соратников по партии говорил, что он вложил большой вклад. Вложил вклад. Слушай, жалко, что ты алкоголь не пьешь, а? Нет, мне не жалко, я просто удовольствия больше не испытываю от этого, понимаешь? Вот. От Володина испытываешь удовольствие? Ну, да я так себя развлекаю. Вот, например, смотри, вот газета моя. Вот, сейчас. Что здесь сейчас написано? Я тебе сейчас зачитаю. А здесь разные новости. Вот, например, здесь написано, что здесь доклад начальника полиции на планерке в одной из московских префектур. И знаешь, как звучит? Вот сейчас, смотри. План по утопленникам мы в этом году уже перевыполнили. Класс. Что нам Америка? Значит, да? Молодцы какие. В прошлом году было 4, а сейчас уже 7. Но еще четверо, по нашим расчетам, должны всплыть. Подожди, это не все. Они пропали без вести, но у воды нашли их ботинки. Слушай, у тебя газета за какое число-то? Подожди. Не знаю. Я не... Смотри, за какое. Может, да у тебя газета за июнь, ты че? А что-нибудь изменилось? Да. Может, они уже всплыли? Слушай, ну как еще? Подожди, еще. Володя приходит, еще. Говорит, мы что-то знаем здесь. А кто-то опять из их партии сказал, что у них на повестке дня, завтра будет какой-то съезд, на повестке дня я буду помнить эту фразу, умирая. Понимаешь, знаешь, что там он сказал? Живи долго, Володя. Подожди, знаешь, что он сказал? Завтра у нас на повестке дня будет нулевое чтение
наших политических амбиций. Нет. Ты что-нибудь понял, нет? Ну, будут читать, подожди, сейчас я не понял, а что такое? Это привет от Пушкина. Подожди, а что такое? Что такое? Ну, нулевое чтение, вот это мне интересно, что это? Ну, это не знаю, это надо у них спросить. Ну да. Ну, если придут сюда, спросим, что-то.